только по новостям. Компания ProMont продемонстрировали взлом автомобиля Tesla через приложение, установленное на мобильный телефон хозяина. Исследователи обнаружили, что токены авторизации OAuth находятся на телефоне в незашифрованном виде, что позволило осуществить атаку путем установки вредоносной программы на мобильный телефон хозяина. Krebs опубликовал очередную статью, которая детально описывает, как работают скиммеры, скрытые в скиммерах банкоматы. Там видео, там, в принципе, фотографии очень детальные, можно почитать. Совершена хакерская атака на легкое метро Сан-Франциско, что привело к отказу работы системы управления пассажиропотоком. То есть все дисплеи на всех станциях метро выводили одну и ту же надпись, вы были взломаны, сегодня метро бесплатно. Вот. Сейчас пытаются устранить эту проблему специалисты метрополитена. Исследователи из ZX Security продемонстрировали на KiwiCon различные методики искажения данных, передаваемые системой GPS, такие как координаты, принимаемые по GPS, время и другую техническую информацию. На этом все. Следите за новостями. С вами была программа 300 секунд. Подписывайтесь на наш канал.